Минздрав намерен смягчить требования для допуска за руль. Специалисты ведомства готовы доверить автомобиль людям, у которых есть серьезные проблемы со здоровьем. Пока идея оформлена как проект. Он допускает управление машиной слепым на один глаз, людям, которые не различают цвета, а также глухим на одно ухо. Сесть за руль смогут и те, у кого нет руки или ноги, кисти или нескольких пальцев. Правда, есть условия. Коробка-автомат в машине. Водить мотоцикл смогут люди с ишемической болезнью сердца и астмой. Нельзя рулить тем, у кого расстройство поведения, шизофрения, умственная отсталость, эпилепсия и полная слепота. Сейчас идет публичное обсуждение идеи.